Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. В значении буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук В в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне, имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звучание буквы С не вызывает раздражения. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Склонность к крайней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Обычно в любви обладателю этого имени улыбается фортуна. Но если случилась любовь несчастная, то они могут прострадать всю оставшуюся жизнь. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.